Ребята, всем привет! Вы на канале Адриана Ли и решила для вас сегодня снять прикольный ролик, который называется «Неделя со мной». То есть каждый день я буду показывать вам, рассказывать, как прошел мой день, как проходит мое утро, вечер, день и так далее. У меня очень будет интересная неделя, поэтому надеюсь, что вам понравится и что будет супер. Итак, давайте начнем с понедельника. Вот сегодня понедельник. Как вы видите, я уже заправила постель. Сейчас вот оделась в школьную форму. У нас в школьной форме есть только такая обычная однотонная любого цвета футболка. И на ней должен быть обязательно символ школы в левом углу наверху. Сейчас я вам покажу... Перекус, который я беру с собой в школу, это пита. Пита я никогда не знаю с чем, и у меня печенье с собой беру. Пита я не знаю с чем, потому что мне делает с утра мама, я не знаю с чем внутри, так что это небольшой такой сюрприз. У нас как бы есть такое определенное выведенное время, и мы вот в школе там садимся, кушаем и смотрим киношку. Также мое утро, конечно, не может обойтись без моей утренней обязанности, это разбирать посудомойку. На самом деле, я иногда забываю, но вот иногда, если я встала пораньше, вот сейчас у нас уже где-то 7-10 утра, и вот я успеваю разбирать посуду, а потом уже, соответственно, иду в школу. Иногда бывает, что я прям очень долго разбираю, и у меня прям не остается, я даже не успеваю покушать и сразу бегу в школу, но сегодня вроде как я все успеваю. Ребята, сегодня у меня на завтрак сырнички с изюмом. Очень давно их не ела, надеюсь, что они будут вкусные. Все, кто смотрит, сейчас приятного аппетита всем. Да, возможно, потом сниму после школы кадры из школы. Просто нам в школе разрешают с телефонами, вообще с телефонами быть. Поэтому, скорее всего, после школы я там могу что-то снять, какой-нибудь небольшой кадр, показать вам хотя бы чуть-чуть мою школу, либо просто... Покажу вам фотки из интернета и запишу, как бы, запишу под них мой голос, расскажу вам, что за школа. Короче, всем пока, я уже захожу в школу. Ребята, в общем, к сожалению, школу не удалось снять, потому что побоялась снимать ее. Ну, в другой день как-нибудь сниму. Потом мы после школы пошли в парк, и там позанимались пилатесом, но до урока мы успели порисовать там акварелью, и вот была очень классная погода, и было вообще супер. Ребята, вот настал вечер, и сегодня у меня довольно очень расслабленный такой день, потому что... У меня сегодня никаких занятий, кроме пилатеса, не было, и все так лояльненько у меня. А вот завтра у меня прям супер день, у меня 2 вокала, актерское мастерство и еще английский. Это офигеть. Надеюсь, что я все смогу, успею. Но мне завтра очень важно быть на всех занятиях, потому что, ну, кроме английский, как бы, тоже важно, но прям самое важное — это актерское мастерство, вокал, потому что у меня... Конкурс в четверг, мне нужно вокальный, мне нужно прям, чтобы все было супер. Ребята, всем доброе утро. Сегодня уже у нас второй день в нашем видео. Это вторник. Как вы видите, у меня голос еще вообще такой хрипловатый. Почему? У меня такая особенность, что я когда встаю утром, то у меня, я даже не могу, ну, я как бы... Я как вокалист, я даже петь не могу. То есть я стою с таким голосом, я почти шепотом разговариваю, а потом часам, наверное, через часик-полтора, у меня прям уже голос прям обычный становится. Просто если бы я встала, как обычно, в 6 часов,
6.30, 6.45, то, конечно, я бы уже была с нормальным голосом. Но так как я встала только 20 минут назад, то я... Это вообще трэш. Мне нужно по мне кино снимать. Я просто встала, и то не я. Меня папа разбудил, потому что я просто спала все это время, и я просто все быстро собираю, берегу, сделаю, стою, одеваюсь как могу. Нифига не успеваю, но успела поесть, это хорошо. Вроде все у меня получилось. Итак, во вторник у меня очень много всего. У меня сегодня и вокал, два вокала и актерское мастерство. А еще у меня английский. Стараюсь снять кусочки с занятий. И, возможно, буду замазанные лица, потому что я не знаю, если можно снимать другую из этих крупных, так что, скорее всего, там будут замазанные лица. Но школу я не знаю, когда покажу ей реально в другой день, когда я не побоюсь, но я реально что-то боюсь, поэтому думаю, что я просто с интернетом достану фотки и покажу. Ну, как бы, вот так вот. Ребята, в общем, я закончила школу уже дома. Короче, нам дали сегодня наши контрольные по английскому. Я получила 97 из 100. У нас по 100 балльной шкале в школе оценивают. Я рада. Ну, так, мне кажется, хорошо. И сейчас я еду на вокал. И будут видосики. Всех люблю. Пока-пока. В общем, ребята, я вот уже собралась, и вот сейчас вот мы поедем на вокал. В общем, я вернулась с занятий, и, в принципе, вот так прошел мой вторник. Ребята, наступила среда, значит, третий день в нашем выпуске «Неделя со мной». Итак, сегодня у меня очень такое расслабленное утро, потому что, ну, как расслабленное, то есть без уроков, потому что я сегодня в школу не пошла, так как завтра у меня конкурс, ребята, офигеть. Я вот сейчас вот убираюсь в комнате утром, и я уже даже приготовила яичницу, и в 9 где-то утра у меня будет математика онлайн. Ребята, а я уже помыла голову к завтрашнему мероприятию, так скажем. И сейчас, в общем, пойду пить бульон, потому что я, конечно, должна быть полностью здоровая, полностью крепшая. Вот. И я вот сейчас вот лежала, слушала интервью, короче. Ну, вот так вот, мне такой расслабленный, хороший, отдохнула, скажем так. Вот уже помылась, помыла голову. И где-то через полтора часа пойду забирать сестру из садика. Мои уже вторые патчи за сегодняшний день. Ну что я могу поделать, если человек не выспался? Я легла где-то в 9:30. Ну, точнее, легла я в 8, но заснула в 9:30. А проснулась в 6. Вот почему? Почему так не понимаю? И как я и предполагала, что сегодня я буду пробовать вместе с вами авокадную масочку, которую мне подарили на мой день рождения. Влог с моего дня рождения будет, ссылочка в описании. Ой, офигеть, она прям такая жидкая, что ли. С экстрактом авокадо, ну, я даже не знаю. Ну, запах, не знаю, пахнет чем-то сладким, типа какой-то манго в шоколаде, не знаю. Странно, что авокадо мне пахнет как манго в шоколаде. Еще раз попробуем это. Вот так. Оно прям очень жидкое, прям слишком. Даже по консистенции не похоже на маску. Я поставлю оценочку потом. Написано, что ее, типа, можно использовать 4 раза всего лишь. Я вот ее первый раз сейчас использую. Но она даже, знаете, похожа на крем. Не знаю, как. Странно. Ну, не знаю, ну, прям прикольно такое. Ну, и знаете, сколько я вот этой масочки поставлю? Ну, даже сейчас скажу. Я ставлю 8... Нет, 7,5.
Не, 8 из 10. Почему? Потому что очень классная, приятная, хорошая. Но по цвету вообще не похожа на авокадо. И такой цвет у нее довольно неприятный, как будто бы, не знаю, как будто бы краска какая-то. И по запаху она не напоминает авокадо, чем она немножко не очень мне нравится. Но 8,5 из 10 я вот так вот ей ставлю. Сделано в Корее, как ни странно, да, ребята? Вот. Ну, довольно прикольно, рекомендую. Правда, не знаю, где мы ее купили, но рекомендую, ребят, рекомендую. Ребята, настал этот день, и сегодня четверг, я вот проснулась в 6, сейчас буду, в общем, все готовить к выходу на конкурс, я волнуюсь немножко, и даже не могу поверить, что наконец-то этот день настал, в общем, всех с добрым утром. Ребята, в общем, я приехала на конкурс, там на этом конкурсе уже была, поэтому мне там довольно все знакомо. И, в общем, я там приехала и начала распеваться. Затем у меня началась первая сольная песня. Песня. Мне дали за нее гран-при. Это супер первое место, кто не знал. И я спела довольно, мне показалось нормально, хорошо, то есть судьям понравилось. Но фаны, которые были сзади меня, это был просто трэш. Я не знаю, кто их ставил. Меня, наверное, пытались просто забанить, я не знаю. Но я, слава богу, их не видела, когда пела, поэтому... Да, кошмар. Я просто фаны, вообще без эстетики, ребят. После моей первой сольной песни у нас была групповая номинация, и мы взяли первое место. А на вторую сольную песню я взяла первое место, и я была в категории 12-14 лет. И, если честно, я даже в пятницу ничего такого не делала, только мы убирались, поэтому ничего не снимала. Это настала суббота, и мы еще в пижамках тут спим. Ребята, в общем, мы уже покушали, позавтракали, сейчас уже близится у нас обед,
И мы сейчас поедем в гости к нашим друзьям. В общем, в субботу мы сходили в гости, немножечко дома посмотрели мультики. Короче, у нас была такая ленивая сегодня суббота. Привет, сегодня у нас уже воскресенье, завтра понедельник. Офигеть, уже завтра последний день этого видео. А я так расстроена, целая неделя пролетела, но мы его провели вместе с вами. А сегодня воскресенье, сегодня я сходила в школу. У меня очень много сегодня будет занятий. У меня будет танцы и еще вокал. И, короче, будет много видео. В пятницу вообще ничего не снимал, потому что даже ничего у меня такого не произошло, просто сходила в школу и все. Поэтому... В общем, ребята, я сейчас иду в школу. И, ребята, неделя пролетела так быстро. Уже сегодня последний день нашего видео. То есть понедельник снова к нему возвращились. И, к сожалению, я очень бы хотела вам показать вторник, потому что во вторник меня прослушали. Но правило есть правило. Раз я сняла неделю, значит неделя. Вот. Результаты моего прослушивания вы сможете посмотреть в моем телеграм-канале Адриана Влог. Ссылочка будет. Всем пока-пока. Поставьте лайк и подпишитесь на канал.